кто долго там сидит. Всем привет из Фюрстенвальде Шпрей. Тут идут уже полным ходом подготовительные работы к Новому году. Снежинки включают, вешают на елку. Прикольно. Мы тут по своим делам заезжали в Бюргерамт. Да. Местную мэрию. Машина в воздухе висит, да. Ты такие уже видел, да, в Берлине? Видел такие машины в Берлине? Забыл? Это если дождь идет, то зонтика капает, да? А он, видишь, собирает водичку. Елка появилась тут на главной площади. Центр Фюрстенвальда. Маленький уютный городок. Они не знаю, когда и жили. Их придумали. А нет, вот тут что-то написано. Смотри, дети под зонтиком. Риген Ширм. Стефан Хорота. Видно автор. Значит, дети под зонтиком называется. А вот афиша событий, которые тут ожидаются. Вот какие-то донские казаки приезжают. Дон казакам. Интересно. Надо их пойти потроллить, наверное. 28 ноября в 7 часов. Modern Talking. Июня 23-го года, и уже вот афиша. Угу. Ну что, идем? Я хочу голубки. А, вот еще афиша, смотри. Давай руку. Ага, я вот хочу голубки. Кружки фирменные. Голубки. Персонвальди. Я хочу на шею. Тебе и на шею, и на руки, и везде, везде все надо сразу. Я хочу на шею, пап. Саша, кто это? Похоже на бременских музыкантов, но это, наверное, какие-то музыканты фюрстенвальдовские. Да? Это три. Бегемот, медведь, козел, кролик и ворона сверху. Фюрстенвальдовская. Не, иди туда, там клумбы розы растут, туда нельзя ходить. Это такая статуя. Бегемот зубастый. Интересно, к чему это и что это значит? Что бы это значило? Это бегемот. Это медведь. Художник, это художник, видишь? Вот тут написано кто. Отойди, будем читать. Герард Госман. В общем, выдающаяся личность. Из бронзы. Да, это местный житель. Такой вот. Он тут жил. Он тут ходил, да. Его тут не забыли.
Он умер 30 лет назад. 28 лет назад. Герард Госман. Да. В самом центре стоит. Он уже умер, да, его уже нет. Сашка, разлюбуху сегодня еще. Они там все крутятся. И нижние, и верхние, Саша. Такой домик. Ну что, идем смотреть, что там есть? Пойдем, Сашка. Пойдем. Ну, идем дальше. Многоэтажный паркинг тут в центре. Места мало. Устал ходить? Погнали. Три этажа. Может, еще и вниз. Идем, вон уже велосипед наш стоит. Саша устал ходить. На велосипеде лучше ездить? А вот обратите внимание, балконы как тут построены. Сашка, балконы видел? Конструкция. Так вот, по центру ездим. И тут вдруг ухо, по которому можно лазить. Ухо для альпинистов, скалолазов. Интересно. Покорители ушей. Но не сейчас, потом сюда как-нибудь зайдем. Сейчас не будем по этому уху лазить. Детская площадка. И по центру у нее ухо.